Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И сегодня я играю в New Super Mario Bros. U Deluxe на платформе Nintendo Switch. Поэтому мы начинаем играть. Я выбираю Story Mode 2. 1. Тут я выбираю, конечно же, Марио. И нажимаю тут ОК. Так, что дальше? О, все. Все. Я еще сыграю через эмулятор, поэтому не судите строго. Опа. Что-то дальше. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Европ-поп. Пям. Монетку получил. Опа. Гриба я раздавил. Монетку получил. Так, тут ничего нету. Это очень грустно, да. Опа. О, гриб. Ух ты. Это что за котик? Я теперь какой-то котик в шляпе. Опа, ничего себе. Зерля! Летающий котик, ё-моё. Вот как вот эта вот белка-летяга, ё-моё. Опа, всё. Так, а тебе гриб чё надо? Пам. Всё, нету его. Так, монетки мы себе... О, это чё? Что будет? О, ёшкин кот, сколько тут монеток. Там еще монетки. Чё? И падаю вот так вот вниз. Так. Ну, это просто гулять, я ее трогать не буду. Поэтому, пам! И собираю тут монеточки. 6 жизней! Мне жизнь дали, офигеть. Спасибо. Так, что тут? Еще один гриб, да? Да. Опа. Оп-оп. Европ-поп. О, сейчас нужно все монетки собрать. Я знаю это кольцо. Это было еще в старых версиях Марио, вроде бы. Все. Собрал все. И я получаю еще одну жизнь. Да спасибо. Так, что тут будет? Так, тут я вижу опять эти грибы дурацкие. Опа, все. Бонус у меня опять есть. Кстати, я думаю, вы не знали, но... я думаю, вы знали, да. Я думаю, вы все-таки знали то, что про Марио недавно вышел... фильм. Мультик. Да, еще одна жизнь! Куда мне столько жизней? Я только один уровень прошел, у меня уже 8 жизней. Я 3 жизни получил. Нифига себе. Окей. Так, все, дорога к следующему уровню. Можно переходить на него. Тайды туннель? Я что, в каком-то туннеле сейчас буду? Ну, интересно. О, цветок. Не, и мне цветок не нужен, я лучше буду котиком. Мне, я летать люблю. Ядрить, кадрить. Я думаю, цветок мне все-таки понадобился. Ну да, цветок мне понадобится все-таки. Так, все, я теперь могу стрелять в них. Так, вот этого я застрелил. Так, что, я сюда могу залезть? Нет, я сюда не могу залезть. Сколько монеток, ёшкин? Пам. Пам. Так, все, 2 гриба я застрелил. Ёшкин! Ядрить! Кадрить. Офигеть. 1000 очков. Нифига себе. Опа. Так, что сейчас будет? И... Да 9 жизней, как у котика. Ну нафига мне? Ладно. Сейчас вообще жизни потеряю, мне это не надо. Мне нужны жизни. Я еще боссов буду проходить. А боссы тут, я смотрел геймплей, и они тут офигеть сложные. Я просто играю так недавно совсем начал. Нифига себе, я их всех... О, да 10 жизней, ну спасибо, блин. Ха-ха.
Нифига я бегу. Опа. Еще один цветок. Спасибо. Опа. Не-не-не-не-не. Йо, все. Так. Ой-ой-ой. Так, это рыбка. Пам-пам-пам. Все, готово. Опа. Нет. Взял и проиграл. Вот. Я же говорил, жизни мне пригодятся. Жизни. Ну, я вас люблю. Жизни. Ну, вы мне так пригодитесь. Вы жизни. Такие, такие хорошие жизнечки. Так, все. Спускаюсь в Тайдед туннель. Тут. Так, все. Я беру цветок сейчас, и все. Эти огнепылающие, я могу в них теперь пулять. Так, ну я это уже проходил. Сейчас, 5 минут назад. Поэтому... О, все, спасибо за жизнь. Тихо, что-то подлагивает маленько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ёшкин! Ну почему сразу так? Куда я скатываюсь? Ядрить. Ёшкин кот. Или как ёшкин дрын. Все. Все, FPS стал нормальный. Стабильный. 60 FPS стал норм. Ну, это же эмулятор, ребят. Не судите строго. Тем более эмулятор Nintendo Switch. А Nintendo Switch, вы знаете, это лагучая платформа для игр. Поэтому тоже не судите строго. 11 жизней, да спасибо! А то есть я так буду умирать, погибать, и так у меня будет 12 жизней? Слушайте, а может быть я так буду погибать, умирать, и у меня будет 1 000 000 жизней? Ну, хотелось бы так, ну или хотя бы 99, это так бы было нормально. Там, так куда его? А, я же в него стрельнул. Жалко голубя. Какого нафиг голубя? Это черепаха, блин. Все. Опа. Так. Блин, я хочу вот этот вопросик взять. Это обычная монетка, как вот эти вот камешки. Опа. О, кольцо. Что оно дает мне? А. Нужно мне все монетки собрать до окончания таймера. Блин, ну это трудно, ребят. Тем более на эмуляторе, если. Так, сейчас сюда найду. Сейчас сюда, точнее, пойду, и тут будут монетки. Да-да-да. И 12 жизней! Спасибо! Марио, ты меня удивляешь. С каждым разом. Кто хоть раз играл в Марио на Денди? Напишите в комментариях или поставьте лайк. Вот я, например, у меня есть приставка брата. Вот. Я на ней играл старого Марио. Но это скучно, поэтому я скачал на компьютер нового. О! Интересно, сейчас допрыгну до флажка самого верха или нет? Блин, не до самого, конечно, верха, но пойдет. Не до самого верха, конечно, но пойдет. Я хотел вот на этот кружок забраться. Ну, пойдет. Так, я сейчас... Так, куда? К боссу или... Или к грибу? Так, а что там у Пич происходит? Ой-ой-ой, жалко Пич. Ладно. Идем, короче, сначала к грибу. То это бонус... Это не бонусный уровень? А, ну да, это бонусный уровень, так и есть. Так. Так. Так, мне сейчас нужно... посередине находится плохой, а по бокам находится хорошее. Да-да-да. Все, да-да-да, да-да-да. Все, готово. Я... Все. Ура. Вот это хорошо.
Так, вот, items это... Ох ты, я могу использовать их. Так, нажмите R. Мне это не надо. Ну, я это потом буду использовать, но не сейчас. Ну все, босяра, ты ботяра. О, все, сейчас трудно будет по-любому. Я там еще смотрел, там какой-то синий цветок. Я не смотрел, что он делает, но просто там был какой-то синий цветок. Так, о, они не застреливаются, ребят. Смотреть, смотреть. Вот этот синий цветок, что он делает, интересно? А он замораживает, это ледяной. А я его смогу разбить? Где? Да, я его смог разбить. Он разлетелся на кусочки. Ладно. А что? Прыгаю. Все. Ух ты, как оттолкнулся. Нормально. Так, сейчас еще тут. А, ну цветок бесполезно брать. Не трудно, тем более. Поэтому пока. Пока. Привет, точнее. Привет. О, а теперь пока. Привет, пока. Как Маккуин говорил. Ладно, ладно, сейчас мы не про Маккуинов, а про Марио. Это что за туннель? Ладно. Блин. Опа! О, все, запрыгнул. Блин, опять. Так, что тут, ждем? Оп! Все. Все, нормально. Кольцо я не буду брать, потому что мне это не надо. Так, чекпоинт. Я поставил тут. Так, все. Пока. Так, все, еще один цветок, но он мне нафиг не нужен. Ах, ты ж тут гуляешь. Ну ладно, ладно, мне он нафиг не нужен. Этот цветок только очки дает, но очки мне сейчас... Ага, я понял. О-хо-хо. Ну ладно, ладно. Посмотрим, что. А, я же на чекпоинте. Это топ, получается. Блин, сейчас главное вот так вот. Так, вот этого я убиваю, получаю гриб. Все, я теперь большой, большущий и крепкий. Тихо, опа. Или куда, как я чуть-чуть не придавился. Ядрить. Ё-моё, ну значит тут буду перепрыгивать. Опа, блин. Блин. Да ё! Да блин, почему? Это трудно, ребят. Раз. Блин, ребят, не судите строго, но это трудно, реально. Раз. Блин. Нужно об стену вот так вот упереться. Раз, два. Все, ура! Так, вот эти вот... Вот ты вот... А, я как шифтюсь в Майнкрафте, только на S букву английскую. Пока. Опа. И чуть не спрыгнул. О, дверь. Все, босс, что ли? Сейчас я его быстро победю. Если он, конечно, не сложный будет. Так, и что? Ё-моё, это что за обезьяна? Нет, это черепаха какая-то злая. Ёшкин! Получай, черепаха злая. Получай еще раз, пам. Я же говорил, то, что я на нем проиграю. Блин, что-то я сегодня не в ударе. Я всегда его нормально проходил, просто... Ну, я вчера играл, я его проходил нормально, все нормально, без проигрышей, с первого раза. А тут что-то странное происходит, говорим мы в тишине, что-то странное происходит, будем с вами наравне. Ладно. Опа. Все главное, чтобы меня сейчас не передавило вот это вот огромное шестеренище. Потому что я такой маленький Марио. И большая шестеренка такая. Так. Да погодите. Не, погодите, как тут? Как я это делал сейчас?
Во, все, готово. О, цветок, спасибо. Получайте. Получай еще раз. Опа. Опа. Опа, шестерёпа. Попа. Европа, попа. Ну, слушайте, ребят, ну... Уже так нормально, нормально, нормально. О. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо надо. Получай. Все, я сейчас в ударе буду. Получай еще раз. Получай, пам. А еще вот так вот на него напрыгну. Все, я его победил. Я его победил. Марио номер один. О, я, кстати, похоже озвучил. Так, сейчас пройду какой уровень. О, гриб тут валяется. Так, я сейчас хочу пройти. Так, сейв, да, ок. Так, сейвит, ок. Я сейчас хочу вот этот гриб подобрать. Все, он у меня в айтемах находится. Так. Ну ладно, ребят, сегодня мы прошли достаточно, ну так, много. Прошли босса. С вами был я, Дима. Вы были на канале Димасик Влог. Всем пока-пока!